Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за черепашку Шелли на каникулах, да, именно так называется скин, я его называю школьник, мне больше нравится. Так вот, будем сегодня проходить ивент, вот этот вот, где надо 5 очков, да, на первом этапе, в общем, интересно просто, сколько будет там дальше, 10, 20, 30 очков, ну, да, все равно больше 4 энергии мы на этот ивент не сможем в бесплатном варианте потратить, поэтому давайте попробуем, ради интереса, что оно и как оно будет, мне просто интересно. Так, сборку, чуть дефибриллятор я не поставил, да? Там, кстати, сейчас в легких, точнее, в соло-боях немножко не так легко играть, потому что там много игроков уже. Ну, душновасенько против них играть, но, в принципе, побить можно. Для этого нам понадобится, скорее всего, бинт. Нет, нет, не бинт. Блин, или бинт. Давайте вот так вот сделаем. Я что-то не хочу кол адреналина брать. Хочу вот так вот сделать. Самый дефибриллятор нам в любом случае пригодится. Нас как минимум не убьют, потому что... Ну, короче, я думаю, я среагировать смогу. Хотя боты это сильные противники, могут и шальную пульку пустить, такую метку очень. Все-таки не такие уж они игроки. Ладно. Так, чуть не туда нажал, опять. А, короче, сложное. Давайте вот через это окошко зайдем. Все. Погнали в ивент. Интересно, докуда мы сейчас дойдем. Ну, там в идеале, кстати, сейчас, видите, стандартные бои. В идеале нужно много чего сделать. За легендарным ботом есть смысл гоняться. Но я не собираюсь этого делать, я уже нормально, да? Вы же понимаете. Ну хотя, тем более он уже далеко убежал. Я бы не факт, что смог его догнать. Поэтому забросим эту идею. Наша сейчас задача вот залатать трех ботов, убить тут парочку противников. Ну ничего сложного, короче. Я надеюсь, у нас это получится, потому что не хочется, чтобы энергия улетела куда-то там, знаете, в непонятное место. Не пойми кому, не пойми зачем. Так, феромончики у нас готовы. Там лук, если что, есть. Так, опять же, на черепахе. Ага. Не багается. Понял, принял. Брюс убежал, гений больной. Загрелся на 16 черепах. Понимаю, понимаю. А, он не видит, что я здесь. Мы сейчас его догоним и убьем. Шикарное. Шикарный мув, который мы сейчас совершим, да? Да. Видели только что, да? Ботинка-то нету. Гений на Брюсе. Ой. Я не догоню его без ботинка. Ну, я могу, конечно, его подамажить. Ну, он гений был. Тут очевидно было все. При том, что видели, это был не игрок, это... Точнее, был наоборот игрок, это не был бот. Бот бы себя так плохо не вел. Ну, сами знаете, боты не сильные. Так, еще одну аптечку тратим. Чтобы никому не досталось, лишняя аптечка. Сами понимаете, мне нет смысла кому-то эту аптечку давать. Наша задача сделать больше киллов. Прекрасно. Хорошо, что боты, они как бы с собой не очень дерутся между собой, да? Они ждут, когда я к ним приду и всех убью. В этом и прекрасный момент есть того, что когда обновление выходит, вы играете с ботами против ботов и наслаждаетесь этим прекрасным делом, но, к сожалению, боты друг друга тоже любят убивать. Да. Ну-ну-ну, успеть, успеть. Лев, ну какого ты тут пришел? Ну это мой никс, Лев. Надо, блин. Так, давайте, ребятки, разошлись, давайте. Ну, конечно же, он аптечку залутал. Вот гадский Лев. Только не убей Никса, Лев, только Никса не убей, пожалуйста, или Никса Льва не убей, ну, вы... Ой, короче, тот сбежал, это сбежал, они, понимаете, недалеко сбегают, это хорошо. Никсик, только не умри, Никсик. Ну, куда ты, ну, воротливый гад, ну, вернись. Так, ладно, Брюс тогда будем убивать. Брюсик, тогда ты не убегай хотя бы, а, по-братски, спасибо. Так, Никсик, давай, подходи. Ну, ну, ну подойти ты, ну, стоишь там. Ай, бесит, а. Гений, блин, больной. Фух, ладно, убили. Киллов, правда, маловато, всего лишь 7. Хотелось бы побольше, если честно, киллов, но чего нету, того нету. Блин, понимаете, вот реакция на ботинок до сих пор есть. Труп льва, да. Кстати, самое интересное, то, что я заметил, это в игре... Сначала с черепахом разберемся, да? С этим вот прекрасным гением. Ну только в зону не беги, а. Ах ты. Ну его сейчас бот убьет. Ну конечно же, гений. Вот видите, это вот эти больные игроки. Они... Ах вы больные игроки. Как же вы мне надоели-то. Как ты залутать успел? Ну ладно, это бот, фиг с ним. Вот понимаете, ему лишь бы этому больному игроку пойти и умереть от другого. Вот. Больное животное. А мне с ними играть еще. Ладно, нам нужна победка. И последний килл. Ой, не гореть, да? Думал, с ботами тут гореть не буду. Ага. Игроки, они же везде, вы же понимаете.
Ладно, 110 очков, давайте смотреть, докуда мы дойдем. Я, в принципе, ради этого и зашел. Я как бы не рассчитывал вообще, что буду проходить на full event, поэтому просто... Да, ради этого. Тем более, я почти на 100% уверен, что обновка, если выйдет, то попозже. Что-то мне уже не так кажется, что она выйдет сегодня. Ну давайте, ладно, открывать сундучок. Я про то, что этот легендарный сундук, который здесь висит, он... Вау. 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 Про то, что он как бы не факт, что возьмет. Ну, он, короче, не пойдет на нового персонажа, скорее всего. Не, вы видели, да, что по очкам? Нравится. А дальше? Сейчас будет 35, смотрите. Сейчас будет 35 очков. Соточка. Шикарный ивент. Все бы ивенты были такими, я бы говорил, что Зуба лучше игра в мире. Наверное. Ну, по крайней мере, по ивентам, да? Ну что, погнали, еще один бой сыграем. На расслабоне чисто на челе. Эх. Не, ну вы, ребятки, вы видели, а? Один бой играешь, и пол ивент прошел. Легендарный сундук в кармашек получил. Если бы на почту еще отправили, было бы вообще шикарно. Что, давайте в музей пойдем. Там лут есть хороший. В принципе. Отожмем у Никса, если получится. Ну, там за феромоницы дела, ну вы знаете. Как действует черепах. Тем более, копье Никсу не поможет. О, Никс, кстати, живой, смотрите, игрок. Все дела. Так, ну мы с Никсом потом разберемся. Сначала давайте... Ну ладно, сначала с Никсом разберемся. Вот же гадкий Никс, а. Не люблю Никсов, особенно 8 уровня. Ну вы знаете. Как они забирают легендарный дроп, как они мешают играть и все такое. Ну, потому что баланс такой, да. Все прекрасно понимают. А чё так много игроков-то? Там что, обнова вышла, что ли? Или что? Я просто не очень понимаю, но как бы 7 уровень должен быть 13-й бот, да? А в итоге получится 7 уровень. Вон, видите, оно бегает. У меня за... А как я не... Залагало, феромонами не достал. Вот же больное животное черепахи. Чё ты бегаешь? Ну вот скажи мне, больной, ну... Ой, возьмите, ребятки, ну я, конечно, понимаю, что там какой-то новичок сидит, скорее всего, который в игру только зашел, учится играть и все остальное, но... И он понимает, ему просто хочется выжить, там, подольше, там, забрать рейтинг повыше, место повыше, там, все дела. Ну и все такое, да? А я тут прихожу, что на 16 уровне его уничтожаю адекватно, да? Ну, понимаете, в чем суть? Дрался бы он, было бы норм. Да вы же знаете, там у низких уровней подкрутка есть, да? Но он-то не дрался. Он-то бегал. Я, конечно, понимаю, бег — это часть геймплея, который, ну, если правильно использовать, то можно достаточно хорошо реализоваться, но, блин. Ну, так это бесит, когда ты вот просто хочешь ивент пройти, а тебя вот такое вот. О, это, кстати, живой черепах. Точнее, это бот, точнее, нормально. Не игрок. Или игрок. Боты не с первобытным инстинктом, хотя, может, это рейтинг не подходящий для первобытного инстинкта. Ай, блин. Косой, кривой я, как обычно. Опа, феромончики. И насквозь с луком стреляем. Красиво. Ну ладно, там в стену, наверное, попал, скорее всего. А теперь уже насквозь. Ладно, неважно. Победа — это главное. Не могу сказать, это бот или игрок был, но что-то может быть. Ладно, давайте двигаться дальше. Прекрасному... Победке, так, прекрасной победке. О, черепах. А ну-ка, что там за уровень 13, да? И это игрок. Чё ты? Будем драться на смерть. На смерть, я сказал. Тем более, ты ивент вряд ли проходишь. Или это соклан какой-то? А, это соклан. Ну ладно. Тогда простим пока что. Отпустим тебя, потом убьем. Оставим напоследок. А нет, это не соклан, можно убивать. Погнали, ребятки. Так сказать. Кто не в клане, того убиваем. Не, ну а чё он хотел? Ну, а еще стенки ставят. Осуждаем стенки. Я, кстати, сейчас на черепахе играю не очень. Вы это, в принципе, видите, да? Так, на пофиг как бы. Ну, не, потому что уже пик пофиг, если честно. Кто там против меня и как он будет играть? Вот, кстати, интересно то, что можно уворачиваться, в принципе, от атак. Бля, там кто-то сбоку стреляет, а ну кто-то был. Смотри, сейчас на автоатаке будем бахнуть. Блин, был бы ботинок, я бы сейчас мог реализовать черепаха получше. Ладно, панду убили. Залутаем сейчас с нее аптечку прекрасную. Ну чё, друг, понравилось? Пиромончики-то мои, а? Блин, а чё вот такое ощущение, что у меня... А ну-ка. Блин, вот обидно, я из-за феромонов, получается, не могу воспользоваться нормально таким навыком.
Ну все, ладно, добиваем представление о черепаха и на этом заканчиваем. Ладно. Да, как самый дефибриллятор, конечно, пригодился. Но вообще он очень крутой, если что, предмет. Даже 5 уровня, и особенно в соло-боях. В командных боях нет, в соло-боях да. Почему так? Потому что он позволяет вам воскрешаться с full хп. А это, считайте, одна аптечка лишняя. Третья аптечка, представьте себе, сильным противником, когда деретесь, это очень сильно помогает, и поэтому этим пользоваться нужно. Ну что же, легендарный снучок достигнут, так сказать. Дальше мы проходить ивент не будем, потому что уже некуда. Ну, что я могу сказать, это прекрасно. Я, правда, не очень понимаю, что теперь делать с этим прекрасным сундуком. Блин, вы понимаете, вот видите три сундука, да? Сейчас вам покажу. Ну, я свою гениальность вам покажу. Квестик на открытие ящика. Ну вот я, да. Вот я такой. К сожалению, да. Что я могу с этим поделать, ребят? Ничего, правильно. Какой есть, такой есть. Ну что же, по поводу сундука. Сейчас опять открою, да? Будем сейчас его открывать, короче. Ну, а чё бы нет? Почему бы нет? Посмотрим, что там в итоге получится. Только перед этим перейдем, конечно же, на другой ивент, где нужно открывать сундуки. Ну, блин. Я просто боюсь, что выйдет персонаж вот через 3 часа, а этот сундук повисит 4 часа там с половиной, да? Блин, не то нажал. И как бы вот, да. Но, скорее всего, такого не будет. Как бы верить в зубы лучше не стоит. Лучше открывать тогда, когда есть. И все у вас будет хорошо. Поэтому погнали открывать. Там он X2 лихорадка. Будем рассчитывать на то, что нам выпадет что-нибудь хорошее. На пчелу. Да? Погнали? Погнали. Ну что же, легендарный сундучок, принеси мне пчелу. Самый легкий легендарный сундук на моей жизни. Поехали. Орел. Неплохо. Орел имба. Обожаем. Так сказать, любим. Еще 1000 жетонов на него достать. И, в принципе, 17 уровень нас будет ждать. Да. Наступил этот день. Великий день, когда мы докачали зубы вампира Никсу на максимальный уровень. 12-й. Как бы разработчики еще уровней не добавили тут недавно, да? А то ж вы знаете их. Они же прошлые все предметы взяли, так сказать. И... Да. И откатили до 9 уровня. Да, вот такие были разработчики. И потом 3 уровня вам нужно было докачивать. И вот, наконец-то, постепенно, с текущей кучей сундуков, которые раздают разрабы, всякие события, мы, получается, можем докачивать, наконец-то, предметы этим прекрасным нашим друзьям, нашим персонажам. Да, наконец-то можно будет за Никса почувствовать силу от хила на максимум. Хотя она и так была имбова на 11 уровне, но на 12 будет самый сок. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Вот такой вот язычный ивент. Ну, самый легкий ивент в моей жизни, наверное. Можно было, в принципе, за один бой сделать. В общем, не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.